В июне Тверь в буквальном смысле слова расцветает. Все вокруг благоухает и радует глаз. Но за всей этой красотой нужен должный уход и внимание. Поэтому сотрудникам муниципального предприятия «Зеленстрой» не до отдыха. Они косят траву в усиленном режиме и занимаются благоустройством зеленых зон. Только за минувшую неделю сотрудники МБУ «Зеленстрой» провели покос травы на общей площади около 100 тысяч квадратных метров. Объемы работ по покосу травы увеличены в зонах отдыха и на улицах Твери. Вот такие места, как сквер у речного вокзала, привокзальная площадь, площадь Ленина, Комсомольская площадь и другие места. Также в постоянном режиме ведется обрезка декоративных кустарников, уход за высаженными цветниками и вертикальными цветовыми конструкциями. В связи с жаркой погодой в городе продолжается усиленный полив цветников. Чтобы цветники радовали горожан до конца осени, происходит стрижка кустов, чтобы кусты не перерастали, были красивые, и дальнейшие уходные работы за всеми зелеными зонами в городе. Чтобы Тверь была красивой и ухоженной до конца лета, муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой» требуются рабочие по выкашиванию газонов на территориях парков и скверок. Вопросы можно задать по номеру телефона 58 57 81.